Всем здорова, с вами Булл. Продолжаем проходить игру Dead Rising. В предыдущей серии мы закончили все основные дела. Мы все дела сделали. Мы остановили главного злодея игры Карлита. Перед смертью он дал свой кулон сестре Изабелле. Мы разгадали, что-то там она пароль разгадала, и теперь что-то там она будет обшаривать его компьютер. Ну, в общем, такие вот дела. Я не знаю, что делать, я... Потому что дел больше по факту нет, но... Но я могу предположить, что теперь нам остается лишь только подождать, пока стрелочка не будет до 12:00. Катсцена? Не понял. Фрэнк, экстренный канал заработал! Я свяжусь с штабом. Держись. Штаб-квартира МВБ. Это агент Джессика Маккарни. У нас неотложная ситуация. Все кончится хорошо, правда? Так, ладно, она со штабом связалась. Ну все, давайте, пойдемте. Ну, полагаю, нам осталось лишь здесь подержаться, ну, до 12 часов. Ну, или сколько там мы, 12 часов. И дальше мы уже отправимся, ну, не знаю, домой, потому что, ну, вертолет должен за нами подлететь. Пока, ладно, поскольку... Уйдите с дороги. Давайте пойдемте пока в наше убежище, в комнате охраны. Как же я люблю... опять катсцена, что такое? Фрэнк! Это конец. Начальству на нас наплевать. Что? Что значит на нас плевать? Я связалась со штабом, но... Правительство будет отрицать, что ему известно об этих событиях. Отряд спецназа прибудет в полночь для зачистки. Они всех перебьют. Зомби. Людей. Всех. Что-то не то. Я так и знал. Она кажется, в зомби превращаться будет. Ее все-таки вирус... Зомби все-таки укусил этот ее. Или что это? Ей просто у нее... И ней там некомфортно. В полночь прибудут отряд спецназа. Нифига себе. Как мы должны будем с этим сопротивляться? Потому что нам нужно до 12 часов как бы продержаться. Я так, по крайней мере, это время так думаю. Вау! Так, давайте без этого. Опа! Запрыгнул. Так, где тут мои сливки? Ну, господи. Если спецназ придет, и он будет в качестве новых наших противников, это, конечно, будет круто, но как я буду с ними воевать, у меня вопрос. Я что, по-вашему, вояка какой-то? Я с зомбями и с культистами кое-как справляюсь. А вы мне еще хотите дать? Плюс наши 29 уровень. 13 часов осталось. 13. Да, 12 часов. Так, погодите-ка. В полночь, ровно в ноль. Ну, через час примерно прибудет спецназ. Поэтому давайте быстро отправимся в... Не знаю, куда. Потому что Отис нам не звонит и не говорит ни про новых выживших. Полагаю, с выжившими все. Кстати, интересно, сколько я выживших примерно, ну, спас? Блокнотик.
Выживший Карлит. Эх. Сколько я безопасности. Погибло. Обнаружено двое. Безопасности. Посмотрите, обнаружено двое. А где еще? То есть я половину из всех. Половину из всех я спас. Понятно. Не жрать меня запрещено. А мясо мне зачем? Мне кусок до мяса зачем? Так, давайте, надо лучше поспешить в эту комнату охраны, пока спецназ не добрался. Потом мы будем составлять уже планы. Ой, как темно здесь. Так, здесь где-то должен быть пирог. Давай. Оп. Воу. Вау. Не, давайте. Оп. Нет. Уже через 45 минут. Ну не 46 минут. Джессика Маккарни. Какое удачное совпадение. Вы вышли на связь как раз вовремя. Вас босс решил, что мы должны поговорить с вами, прежде чем начнем операцию. Мы поместим вас под стражу. Если вы дадите письменное обязательство держать рот на замке, то мы вас отпустим. Спецназ уже здесь. Она зомби уже. Она зомби! Блин, Джессика тоже стала зомби. Нужно быстро! Сочетайте, они что-то раньше... Они в полный же хотели. А еще не полный же. Еще только 23. Так. Так, не хочу, чтобы меня зомби... Меня еще там покоцали. Поэтому здесь доберемся. Так, дробовик, если придется со спецназом сталкиваться. Так, прыгай, отлично. Так, опять катсцена. Джесси? Да Джесси уже нету, Фрэнк. Время до прибытия вертолета 12 часов 37 минут. А, ух, я уж подумал, что там. Ну что, заходим. Так, она уже сгрызла одного. А, вон она. Чё тут? Время 12 часов 34 минуты осталось. Ах. Спецназ. На столе записка. Фрэнк, пока тебя не было, с крыши залезли какие-то ненормальные и начали хватать людей. Я слышу возню в комнате с мониторами, так что воспользуюсь ситуацией и угоню вертолет.
По мне не скажешь, но у меня есть лицензия пилота. Джесси, я не видел, и времени искать ее нет. Нужно валить отсюда, пока возможно. Ты уже не сощи меня за труса. Если встретимся на другой стороне, с меня выпивка. Удачи тебе, Фрэнк. Отис Вашингтон. Отис, твою... Отис сбежал. То есть, Отис угнал вертолет у этих спецназов, и улетели они. Они что, решили заранее сбежать? Погодите, а выживший... Он что, и с выжившими улетел? А? Ничего себе, он и выживших прихватил с собой. Ну, Отис, конечно, красава, но, и... но мы выживем. И рано или поздно с него будет бутылка. Ой, блин, Джесси. Джесси, может, не надо? Perfect. Perfect. Я не хочу тебя убивать, ну твою... Достойно. Perfect. Получил хотя бы опыт. Ну, а что мне делать? Ну, все выжившие ушли, то есть тут уже все, все тут пусто. Да, никого тут больше нету. Давайте сохранимся. Но все, ну, можно сказать, все выжившие эвакуировались как-то сами. Отис всех вывел. Нет, конечно, мужик красавчик, и что аж решил спасти всех, но... Так еще, понимаете, они нас не захватили. И Джесси, кстати, тут оставили. Значит, интересно, а на вертолетной площадке что-нибудь есть? Хм. Нет, все так же, обыкновенно. Блин, мне тут нечего делать. Пойдемте уж просто гуляем. Так, ладно, берем биту, погнали. Знаете, как страшно с вами находиться. Я как раз таких, как вы, выпиливаю. Жестокость. На! Не. Ах ты ж, блин. А то я думаю, чё Отис не выходит на связь? Он уже сбежал. Матка. Спасибо за матку. Так, чё? 22.00. Ой, кажется, все спецназ будет штурмовать. Они сейчас выкосят всех зомби. Катсценка. Вообще круто, то есть... То есть на данный момент мы должны будем еще воевать с, со спецназом, ну, чтобы выжить. Потому что они будут убивать и людей, и зомби. Во, жестоко. Все, пошли. Надеюсь, меня там не сразу же не будет меня ждать, распростёртые объятия. А!
Ну, прям как я и думал, у входа. А давайте договоримся. Ох, как! А этот мясниковый, это полезная вещь. Ой, мне 30 уровень дали. Что-то они... И что мне делать, по? Я просто тут выпил. На. На, выпиливаем. Господи, я не понимаю, а что мне-то делать сейчас? Я их не вынесу всех-то, да и мне надо что, держаться просто? Я думаю, спецназ там в шоке от того, что их там выносит какой-то чувак. Но то, что там спецназ вот появляется, это... Так, надо еще что-нибудь лучше взять. Я реально понимаю, что мне делать. Ну, давайте на этом серию закончим, мне реально, мне нечего делать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Булл. Ожидать следующих серий прохождения Dead Rising, но потому что мне нечего делать сейчас. Давайте, до новых встреч, друзья, пока-пока.